приехали сюда. Здесь сперва встали. Ну, просто здесь встали, вдоль дороги прям. И стояли. На следующий день приехал, через два дня приехал. Сказал, что что не работаете. Мужчины, мужики мои спросили, почему, где работать, где, где Деляна. Я сказал, Деляну уже отвели, стойте прямо здесь. И Деляна в ту сторону, около 100 метров. Пройдете, говорит, уже увидите. Не знаю.